Я думаю, что многие из вас знают, что в этом году Booking Machine исполнилось 10 лет. Я смотрю на наш сегодняшний фестиваль, и в очередной раз дико горжусь тем, чего мы добились за это время. И это заслуга артистов Booking Machine, сотрудников Booking Machine, всех вас, кто посещает наши концерты. И в первую очередь это заслуга одного человека, Ильи Мамая, потому что это реально его детище. Для того, чтобы одной историей охарактеризовать Илюху Мамая, я расскажу очень простую вещь. Два дня назад ему срочно сделали операцию. Выяснилось, что у него аппендицит с перитонитом. Он до последнего не хотел, чтобы ему вызвали скорую, потому что он работал. И сегодня он пытался ворваться в фест, чтобы разруливать все вопросы, хотя из него только вчера вытащили трубки. В данный момент он в больнице, и нам все-таки удалось его убедить не приезжать сегодня. Вот такой он воркоголик, трудоголик, просто человек фанатично преданный своему делу, который 10 лет уже это все строит, и поэтому я хочу, чтобы каждый здесь по возможности громко и долго пошумел для Илюхи Мамая и всего Booking Machine! От души. По всем канонам мотивирующих речей и работе со зрителями, я на этой ноте должен перестать говорить и вернуться к программе с чтением треков. Но сегодня все будет немножко иначе. Сейчас, я немножко волнуюсь, сорян. Надеюсь, у меня простите. Короче, расклад такой. Мы с вами в последние годы стали реально... Ну, у нас появился какой-то коннект искренний, да? Может быть, не со всеми, но с очень многими. Я знаю, что со стороны, может быть, людям это тяжело увидеть, но я знаю, что многие из вас четко понимают, о чем я сейчас говорю. И поэтому мне вам врать или вешать лапшу на уши, ну, это просто глупо. Поэтому я вам следующее расскажу. Как бы я ни любил и уважал Booking Machine, и сколько бы сил я не вложил в Booking Machine в последние 7 лет, все сложилось так, что именно сегодня наши пути расходятся. Послушайте меня, пожалуйста. Я не буду выступать на следующем Booking Machine фестивале в следующем году, хотя я уверен, что он будет охренительным и еще круче, чем этот. Более того, после данного выступления я перестаю быть CEO Booking Machine и также перестаю быть артистом Booking Machine. И мне хотелось сказать вам об этом здесь и сейчас, глядя на вас. Я абсолютно убежден, что Booking Machine будет развиваться, совершенствоваться и расти. И я желаю максимального успеха всем артистам Booking Machine и всем сотрудникам Booking Machine, потому что очень многие люди из них мои реально очень близкие друзья. Но при этом я прошу после данного выступления не ассоциировать мои дальнейшие шаги с Booking Machine и не ассоциировать дальнейшие шаги Booking Machine со мной. Так вышло. Это было честно. Кто-то крикнул, ты заебал, это было честно. Я понимаю, что, скорее всего, основная редакция у вас сейчас — это недоумение. Но я думаю, что со временем вы все поймете. Тем не менее, давайте не будем излишне драматизировать всю эту ситуацию. Потому что у всего есть логическое завершение. Вместо этого, несмотря на то, что я вас сейчас, возможно, многих из вас сильно расстроил, я предлагаю вместе с теми, кто захочет,
почитать некоторые из тех треков, которые мне удалось выпустить за последние 7 лет на БМ, вместе, напоследок. И таким образом сделать этот концерт чем-то значимым для всех нас, потому что для меня он очень значим, честно вам скажу. Погнали? Погнали!